27 марта сотрудники Росгвардии России отмечают день рождения службы. 5 апреля 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина создан новый орган федеральной исполнительной власти – Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Среди основных задач нового формирования – борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана общественного порядка и защита важных государственных объектов. Задачи, они сложные все, потому что тот спектр, который выполняет Росгвардия, нам ошибиться нельзя нигде. Но первое, в любом случае, это охрана, конечно, общественного порядка, реализация мероприятий по госконтролю, потому что это оружие, соблюдение законодательства, частная охранная деятельность, это эти вопросы, которые они сейчас на слуху, они очень как бы актуальны для граждан. Вот. Ну и так как у нас есть подразделение полиции специального назначения в составе Росгвардии, ну это, конечно, борьба с экстремизмом, терроризмом. Вот, это те задачи, которые как бы, они требуют постоянного внимания, не постоянно на контроле, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Тот же отдел по организации и контролю за топливно-энергетическим комплексом, он сейчас тоже он, как бы, ну, во главе угла, потому что с проведением специальной военной операции у нас возрастают угрозы и риски проведения на нашей территории каких-то негативных последствий вот, спецслужбами Украины. Поэтому мы уделяем полностью огромное значение всем задачам, которые возложены на Росгвардию. Нельзя сказать, что вот это важно, это не важно. В состав Нацгвардии включены подразделения ОМОН, СОБР, Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, вневедомственной охраны, подразделения лицензионно-разрешительной работы. С первых дней специальной военной операции подразделения Росгвардии выполняют возложенные на них задачи. Те задачи, которые ставились подразделениям и ставятся сейчас, я, честное слово, давайте мы их не будем осуждать, потому что эти задачи, они могут меняться. Вот, подразделение используется по своему, скажем так, назначению. То есть это в основном борьба с диверсионно-разведывательными группами. Вот, это в основном работа с Министерством внутренних дел уже на новых территориях. Это работа с военной контрразведкой, это работа с Федеральной службой безопасности. Но конкретизировать эти задачи давайте мы не будем, потому что эти задачи, они ставятся ежедневно, они выполняют их ежедневно, поэтому немножко потом. На протяжении всей рабочей недели на телеканале «Тверской проспект Регион» будет демонстрироваться телевизионный проект Росгвардии «Проверка на прочность». Одна из серий этого всероссийского проекта снималась в Твери с участием знаменитого шансонье Леонида Телишева. Не пропустите! Ежедневно с 27 по 30 марта в 20:00 «Тверской проспект Регион» для зрителей старше 16 лет.